Более 1300 фактов хищения газа выявлено с начала текущего года в Махачкале. Сотрудниками «Газпром» газораспределения Махачкала в столице с начала текущего года выявлено около 1300 фактов незаконного подключения к газопроводам, сообщили в пресс-службе компании. Рейдовые мероприятия прошли в Ленинском и Кировском районах столицы. Специалистами компании было выявлено и пресечено 35 фактов самовольного подключения к газовым сетям жителей поселка Семендер и поселка Талги. За незаконное потребление газа предусмотрена административная и уголовная ответственность. Кроме того, нарушители обязаны оплатить потребленный газ и возместить расходы газораспределительной организации на проведение работ по ликвидации несанкционированного подключения к газовой сети.